Здравствуйте, очередной ролик про Дэндика. Вот он собрался со мной на прогулку, но на самом деле он не знает, что прогулка закончится стрижкой. Нас сейчас пригласили, как называют, грумеры, да? Мы сейчас едем в салон красоты. В салон красоты для Дэндика, да-да-да. И то есть как бы на нем сейчас будет, на нем вот собрали группу пекинесов, которые постригут бесплатно, и будет, произойдет такая небольшая тренировка. Тренировка для учеников, да? Которые учатся стричь собак. Вот Дэндик будет у нас один из таких вот подопытных экспонатов, да, Дэнь? Но я уверен, что все будет хорошо. Вот он такой красавец. И, соответственно, дальше смотрите, как все будет происходить, какой он будет красивый в итоге. Так, сейчас мы едем с Дэндиком в другой район города. Как раз там мы будем сейчас стричься. Так, ладно, осталось немного времени. Задержались мы с гулянием, потому что гулять надо обязательно. Дэндику надо выгуляться перед стрессовой ситуацией. А тут, скажи, незнакомые люди. Ой-ой-ой, надо обязательно прогуляться. Так, ну все, едем. Так, ну смотрите, забрал я его со стрижки. Сейчас прицелится камера. О! Конечно, сейчас не летняя стрижка, много не сняли. Его всего подровняли. Всего вычислили, помыли. То есть вот такой вот стал аккуратненький. Это, не знаю, как она, парикмахерская для животных. Цезарь в Рязани. Вот лично рекомендую. Не потому, что вот нам в данный момент получилось бесплатно постричься, а потому, что вот мы и платно там стрижемся. Просто в данный момент такая акция. Надо было потренироваться. Вот мы с его товарищем вот так у нас получилось пригласить. Вон, посмотри, кто там. Посмотри, кто там на улице. Вон, кто там. Посмотри. Ну, это как любая собака, да? Любит на ходу выглядывать, что там происходит на улице. Вот такой вот наш малыш. Смотрите, какая вот у него шерстка ровная. И штанишки у него, хвостик. Все его расчесали. Вот такой наш красавец. На этом съемку заканчиваю. Передавайте Дэндику привет. Он у нас такой малыш. Стал еще красивее. Да? Даника, куда ты лезешь? Куда ты на руки-то лезешь? Куда на руки-то ты лезешь? Ну ладно, всем до свидания, всего хорошего.